Меня зовут Ариана Фельдер. Мне 40 лет, работаю судебным следователем, не замужем, детей нет. Вы шутите? Нет, я же разумная женщина. Не может этого быть! Нет, это невозможно! Это невозможно! 9 месяцев строгого режима. Зачатие произошло примерно полгода назад. Судья, вечер 31 декабря. Вот. Это она? Вот она. Да, она в стельку. Ничего себе. Так, сейчас возьму с другой камеры. Нет, хватит. Мне все ясно. Хорошие новости. Мы нашли отца. Этот тип есть в базе. Его обвиняют в довольно курьезном преступлении. Представьте себе, он съел его глаза. Здрасте. Не-не-не, только не бойтесь, без паники. Да нет, да не ем я глаза. Не бойтесь, я хотел только... Если я правильно понимаю, вы хороший судья. Вы мне нужны. Мне шьют глазоедство, но это сделал не я. Несчастный случай. Он уже 3 недели не писал. Хлестануло, как и шланга. Все к чертям крахнуло. Он показывается в своей луже. Все острые предметы взлетают в воздух. Кто живой? Включите кто-нибудь свет! Я хочу по-маленькому! На это не купится даже тупой эксперт. Суд приговаривает вас к выселению. А этот, как его? Отец, вы о нем подумали? Он псих и дебил. Хорошо, что он не слышит. Привести в исполнение немедленно! Сандрин Киберлян. Альбер Дюпантель. Съели? 9 месяцев строгого режима. Фильм Альбера Дюпантеля. Реви, реви. Рёва мужа не даем. Вот так. В кинотеатрах с 23 января.